Привет, друзья! Снова здрасте! Это мы, механики света! И с вами, как всегда, малыш Бойлер! И профессор Щепак! Легок на подрыв! На подрыв! Да! И вот знаете, вот это предсказание, что мир будет разрушен, оно такое страшное, ужасное, мир будет разрушен. У меня сразу возникает первый вопрос, кто это сказал? Вот кто, кому вообще пришла в голову такая мысль, мир будет разрушен, они хотят сломать наш мир, уничтожить его, мир будет разрушен. Да кто это сказал? Это Бог сказал. Бог сказал. Это ну, в принципе, я ничего другого, друзья, и не ожидал. То есть вы, профессор, такой серьезный, такой большой, такой взрослый, такой в очках, ученый такой. Верите в Бога? Конечно. Весь научный мир так считает. Не весь. Нынче. Вот, например, я младший научный сотрудник. Но я, даже я, могу при помощи вот моих научных познаний, вот, могу доказать вам, что Бога не существует. Научным путем. Научным путем. Ну, давайте. Вот, Бога не существует. Смотрите, очень просто. Давай, очень, смотрите. Давай. Вот у меня есть домик. Так, домик. Да. Там в домике у меня есть кухонка. Кухонка, да. Так, мы заходим на кухонку. Так, там в уголку стоит холодильник в уголку. Вот, мы его открываем. Так, что там? И у меня там что? 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 Ну что? Что? Там колбаска. Она есть. Мы ее видим. Она есть. И значит, мы ее можем, так сказать, съесть. Вот. Ну, а если бы мы ее не видели, значит, ее нету. Я понял, о чем. Значит, понимаете, если его не видно, значит его нету. Вот если бы вашего Бога было видно, тогда другое дело. А так как его не видно, знаете, то если... и... Я вас разочарую. Извините. Если чего-то простите. Не видно, то это не значит, что его нет. Вот, например, видите ли вы воздух? Воздух? Да. Воздух. Не видим. Не видите. А видите, вот представьте, у меня в руке магнит. В этой руке второй магнит. Я подвожу и... Что? Памс! Присоединяются. Но у вас нету никакого магнита, мы не знаем. Представьте, два магнита, магнитное поле, оно есть, его не видно. Или, например... Так, например... Wi-Fi. Wi-Fi. О, Wi-Fi. Вы знаете, что прямо сейчас здесь летают сотни роликов, всякие комментарии, фотографии, всего много сейчас прямо. Не знаем, мы его не видим. Не видите, не а видим. Оно летает по Wi-Fi. Ну, но зато когда его нету, заметно, да? Да, когда Wi-Fi нету, сразу заметно. О! О! Друзья! Вы видите мозги у малыша Бойлера? Что за шуточки? Они есть! Не факт. Есть! Они есть. И вот, чтобы вам доказать, как это не видно, но оно есть, наука изобрела вот такой предмет. Называется он аэропушка. О-о-о. Он состоит из мембраны. Ничего себе мембрана, так. Корпус. Корпус и отверстие. Откуда, собственно, выходит воздух? Такое нехитрое устройство. Для того, чтобы ощутить эффект, возьмите, пожалуйста, стаканчик. Стаканчик, пожалуйста. Поставьте вот так вот себе его на руку. Хорошо. И вы увидите, как невидимый воздух просто снесет этот стакан. Смотрите. Раз, два, три. Еще раз. Ничего Давайте себе. Еще раз. Вот это да. Ну, по-моему, прошло рядом где-то. Два. Мимо. Три. Чуть-чуть выше. Чуть выше, хорошо. Опа! Вау! Стакан. Вы видели? Вот это да, действительно. Не видно, но он есть. Вот это да. Вы знаете, воздуха не видно. А как воздух можно все-таки увидеть? Воздух увидеть невозможно. А вот опять ошибаетесь. Его можно увидеть, если его закрасить. Закрасить воздух? Да. Чем вы собираетесь закрасить воздух? Дымом. А, дымом. У меня есть специальная дым-машина, из которой так. Мы сейчас напустим, так сказать, дымка в эту аэропушку. Так. Видите, дымит. А теперь смотрите. А теперь внимание. 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 И... Вау. Ух ты. Неплохо. Так что вам теперь? Понятно? Если чего-то не видно, где вы? Я вас не вижу. Вы есть вообще или нет?
Если чего-то не видно, то это не значит, что его нет. Друзья, это еще не конец. Оставайтесь с нами, следите за новыми роликами.